Thank you very much. Thank you. Взяла латте и хочу посидеть опять в нашем старом-старом ресторане. Несмотря на то, что сегодня выходной, но вот людей не очень много. Видите, кто-то празднует здесь. С цветами, с подарками пришли. А я специально тут села в уголочке, чтобы никому не мешать и с вами поговорить, друзья. Я сегодня не особенно расположена гулять, потому что сейчас покажу, какая у нас погода. У нас дикие дожди каждый день. Вот здесь так вообще, слышите, тарабанит. Тарабанит, барабанит. Сейчас покажу опять вам. Посмотрите, видите, что здесь происходит. Это что? Это все течет по стене. Потому что в ливнестоках все забито уже. Если такая история со стеной, ну, конечно, она будет сырая. Вообще, конечно, кошмар. Действительно, надо принимать какие-то меры. Надо, я не знаю, в суд, что ли, подавать на эту хозяйку. Потому что то, что вот здесь по стене течет, конкретно, это по моей стене, в моей спальне. Видите? Ну что это? Я наверх-то не буду, конечно, камеру мне вылезать сейчас задирать. Здесь до конца окно не открывается. Но вы видите, что происходит. Сняла сейчас, кстати, видео. Коротенькое видео сняла и послала вот этой вот лендлордрихе. Как там говорят, блогерки, да, блогерки, а это лендлордриха у нас. Да, вот такая вот она, погода английская. Весна у нас в самом разгаре. Все цветы, побил вот этот дождь. Почему я вам в этом году мало показываю цветов очень красивых? Вот черри, красавица, она как-то вообще незаметно прошла. Ну, мало того, что я была тут в отъезде, как говорится, но еще и цвело мало. И показала я вам, кстати, немножко тоже в одном из своих видео, как все тоже обсыпалось, моментально обсыпается. Ну вот, скорее всего, что даже и будет не урожай на фрукты. Но я сегодня хочу о другом поговорить, друзья. Кстати, вот вчера вот это мое видео о том, что у меня протекло во многих местах. Крыша протекла, у меня даже некоторые мои зрители спрашивают, а что там случилось, почему у вас везде вот мокро? Да потому что крыша течет. Вот поэтому и мокро, потому что дом старый. Дому больше 100 лет. Вот. Дом, как сказать, только косметически ремонтировался. Там подмазали сверху, там подмазали, подкрасили. Вот что-то такое, как нам сказала эта самая, эта лендлорд, хозяйка. Мы посмотрели с дрона. Крыша смотрится нормально. С дрона они посмотрели, понимаете? Вот и все. И отстаньте. Крыша нормально смотрится. Многие спрашивают, а можно ли вот как-то эту вашу лендлорд приструнить, а может быть, как-то на нее пожаловаться, а может быть, в суд подать. Да, в общем-то, можно, конечно. И в суд можно подать, но это нужно подавать в суд. Это значит, нужно собирать массу документов, подтверждений. Все это, понимаете, в нескольких экземплярах отправлять. А потом это надо все ждать. Когда там что? Вызовут, не вызовут вас. Эти все тяжбы, они, во-первых, платные, понимаете? Просто так, без адвоката, вы не сможете подать в суд. Если вы просто так напишете заявление и отправите, никто его рассматривать не будет. Ну, наверное, тоже слышали, даже многие говорят, что каждой бумажке нужно приделывать ножки. А здесь, в Англии, тем более, ножки нужно приделывать, это значит нанимать адвоката. Адвокат стоит денег. Дальше, если вы подаете в суд, то эти тяжбы, они длятся годами, 5-летиями длятся. Может быть, тоже кто-то из вас слышал. Это не то, что вы вчера принесли бумажку, а сегодня вам на нее ответили и сказали, обязали все сделать, исправить и все.
Если начнется, она будет, вся эта тяжба длится 3, а то и 5 лет, понимаете? Оно вам надо называется, это раз. Во-вторых, я должна, например, постоянно ходить, там вызывают то свидетелей, то еще что-нибудь, то какие-то дополнительные бумажки принести. Ну, в общем, морока страшная. А потом, понимаете же еще что? Кто такая лендлорд? Она хозяйка этого дома. Она дальше решает, в общем-то, вашу судьбу. Есть, конечно, там такие полномочия у нее, что она может вам просто даже отказать. Может разорвать с вами вот этот контракт многолетний. Там это все надо настолько хорошо знать, во всем этом так разбираться. Она вам может так еще насолить. Даже если вы соберетесь эту квартиру продавать, то вы должны спрашивать разрешение вот у этой вот лендлордихи, так сказать. Она может затормозить вашу сделку купли-продажи, она может вообще не разрешить. То есть вы, получается, от нее полностью зависите. Да я об этом, кстати, много раз рассказывала вам, друзья. Английские законы меня просто иногда поражают, откровенно поражают. Потому что, вот, например, то, что я выяснила для себя, что не работать гораздо выгоднее здесь людям, чем работать. А работать почему невыгодно? Потому что сейчас нет постоянной работы нормальной. Людям не предоставляется. А дают работу частичную, part-time, так скажем, частичная занятость. И вот эта частичная занятость, она у вас телепается, 2-3 часа вы работаете, 4 часа работаете от силы в день. Какие-то гроши получаете, и эти гроши потом, когда вы начинаете, знаете, платить налоги, когда у вас все эти вычеты, и вы получаете там копейки, такие же точно, как люди получают безработные, вот по пособиям. Представляете? Ну, до чего дошло. А потом удивляются, что в Англии 60% народа сидит на пособиях. Дождь льет, не прекращается. Ай-яй-яй. Отовсюду. Ну, это, вот смотрите, видите, когда работает труба. Вон она. Это ливнисток. Да и то. Вот там видно уже, что она протекает наверху. Брызгает. И если бы все эти ливнестоки работали нормально, то там бы на углу бы не было такого безобразия. Они все засорены. Вообще, вы знаете, чем еще хорошо ходить, вот обедать в рестораны и пабы английские, особенно зимой? Почему? Потому что здесь очень тепло. Здесь классно натоплено. Вот для меня, например, даже жарко с непривычки. Для меня 18 градусов – это уже комфортная температура. Я уже стала, наверное, англичанкой истинной. Раньше я мерзла, постоянно включала отопление, когда я только сюда приехала. Муж выключал мой, а я постоянно включала бегом, тайком от него. Он выключал, а я опять включала. И вот у нас вот так вот, знаете, была такая борьба под ковром бульдогов. И мы друг другу не сознавались, что вот так вот делаем. Вот. А теперь я уже привыкла к холоду. И 18 градусов для меня комфортно. А здесь, наверное, градусов 25. Вот видите, люди некоторые так очень умненько ходят совсем раздетыми. Потому что... Ой, как жарко. И вот я вот думаю, что, скорее всего, как, почему это происходит, что они так топят. Ведь у нас же, вы знаете, повысились все цены, и это стоит огромных денег, вот такое отопление постоянное. Скорее всего, что им помогает государство. Это же чей-то частный бизнес, частный этот ин-хотел, и вот так. Да, к стране Англии нужно привыкнуть, как, впрочем, и к любой другой стране. Если вы переезжаете, абсолютно другая культура вас окружает, и нужно быть к этому готовыми. Я вот, как говорится, потихонечку, набив кучу шишек, только потом уже стала все это понимать и во всем этом разбираться. Вот у меня, кстати, тоже написали многие зрители мои,
Наверное, у вас эти проблемы, что у вас там сыро, потому что у вас не топят, плохое отопление в квартире. Ну, частично, наверное, может быть, если бы так топили, знаете, как бывало раньше у нас, так топили в некоторых домах, что приходилось батареи накрывать одеялом, потому что можно было обжечься батарею. Тоже ничего хорошего нет. С открытыми форточками, помню, всю зиму топили улицы. Нет, здесь, конечно, такого нет, здесь все считают. Может быть, если бы так сильно топили, то что-то бы оно, конечно, и подсохло. Но вы же понимаете, что прежде всего нужно проблему устранить. Нужно починить крышу. Крышу починить — большие затраты. А наша лендлорд не очень хочет тратиться, она хочет только деньги собирать. Но это я, как говорится, все о своих проблемах. А вообще-то вы же понимаете, что здесь, в этой стране, очень много хорошего, очень много такого, о котором нам только мечтать приходится. Да, и, в общем-то, многое можно и позаимствовать, как говорится. Вот вы видите, я сейчас вам показываю. Это опять Лондон, это автобусы ходят наши на Л-экспресс. И я вот жду здесь Виктория, станция Коуч Стейшн Виктория, автобусная станция. И я здесь ждала своего очередного переезда и немножко вам снимала Лондон. Ну и, наверное, тоже вы же видели, как классно здесь у них в Лондоне. Зелено, красиво. В общем, да, и культура совершенно другая. Здесь везде уважительно относятся друг к другу. Хотя вот опять же, понимаете, город Лондон, что в данное время представляет из себя этот город? Здесь больше 50% уже приезжих, как во многих европейских крупных городах. Приезжие мигранты, они... Вот это большая проблема сейчас для всей Европы. И самое-то ужасное то, что эти приезжие иммигранты, они не хотят адаптироваться, они не хотят изучать культуру того места, в которое они прибыли. Они как-то же, вот поэтому они и живут этими кланами, или как они там называются, коммунами, да? Вот, например, китайцы, они вообще живут всегда отдельно, в любой стране. Они абсолютно не адаптируются в чужую культуру. Они хотят принести свою. Вот есть китайские кварталы, наверное, тоже везде. Но не думаю, что это хорошо. Хотя, как говорится, кому оно интересно, мое мнение, и кто бы меня тут еще и спрашивал о нем. Говорила вам много раз, что вот у англичанок такие волосы. Это просто фантастика. И я все шла за этой женщиной, как привязанная, и все восхищалась. А потом я вспомнила, что у меня есть одна такая фотография, где у меня там грива. Конечно, посмотрите. Я даже нашла. Я нашла для вас эту фотографию. Не пугайтесь, друзья. Да, это я. Здесь мне, по-моему, 25 лет. Как-то так. Это я вот только приехала в Архангельск после окончания института. Но грива у меня здесь, конечно, я помню, я ее просто не могла расчесать обычно, потому что у меня еще волосы явились. Но еще и обратите же вы внимание, какое выражение лица, какое мрачное, сумрачное лицо, тяжелый взгляд. Хотела сказать, и краска не играет на щеках. И просто там ни о какой улыбке, хотя бы подобие улыбки, даже вообще речи нет. Вот еще посмотрите одна фотография. Извините за качество, фотографии старые, еще и перефотографированные. Но видно, посмотрите лицо. Вообще сумрачное. Даже уголки рта, по-моему, вниз поползли. Никакой улыбки. Это мне здесь, по-моему, 25, тоже тот же период. Ну, конечно, фотографии эти, они на паспорт. Конечно же, здесь вроде улыбаться ни к чему. Вот если бы как в обычной жизни, вот эта фотография обычная, любительская,
тот же самый период. Ну вот вроде как здесь я немножечко такая живенькая улыбаюсь, и намного выглядит лицо по-другому. Посмотрите, я поэтому вот уже теперь всем говорю, друзья, не забывайте улыбаться. Ведь вот мы были не приучены абсолютно, вечно какие-то сумрачные, проблемные. А как это влияет на внешность, только сейчас замечаешь. Но ведь не только на внешность это влияет. Если человек проснулся и вот такой вот угрюмый, то это влияет на его настроение, это влияет на все окружение, влияет на то, как ты дальше проведешь этот день. Поэтому, друзья мои дорогие, я хочу закончить это видео на позитивной ноте. Давайте не забывать, друзья, улыбаться новому дню. Представляете, какие мы счастливые. Судьба нам подарила эту жизнь, и нужно все успевать. Нужно столько еще много посмотреть и увидеть. Я вот иногда думаю, да, в общем-то, ничего от меня не зависит. Что же я тут вот расстраиваюсь, сердце себе рву, переживаю за все. А ведь, наверное, все-таки по-другому нельзя. И, наверное, все-таки зависит все от каждого из нас. Ну, а я с вами, друзья, на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всем пока-пока.